Какая хорошенькая. И налет такой прям равномерный зеленый. Ууу. Хорошенькая. Кря-кря-кря. На Руси сегодня зашибись. Я говорю, надо разъягаться. Пятачок. Идеальная монетка для поиска. Даже чистить не надо такую монетку. Желтенькая, красивая всегда. Вот так вот. Гуси. Крякает. Первая сегодня находочка у меня Мунисто. О, грустненькая. Картиночка не просматривается. Гуси пищат. Ну вот. Суббота. Рыбалка сегодня не будет. Ветер очень сильный. Я бы сказал, шквалистый. Решил немножечко покопать. На Руси погода отличная. Вот. И первая находка. 2 копейки, 1938 год. Как всегда, идеальная монета. Вот. Ладно, посмотрим, может еще что повезет. Сегодня я беру все. Точнее, выкапываю все. Последние разы я брал только царские сигналы. Сегодня у меня времени предостаточно. Буду, наверное, доставать все. Вот так вот. Копалочка такая небольшая. После дождя. Попалась сегодня опять татарская морда. Сходу. Вот такой вот здесь пейзаж. Денег нет, но удержитесь. И первая сегодня находка. Адекватная. Вот такой вот наперсток. По звуку сильно напоминающий серебро. Что, конечно, вряд ли. Но вот эта находочка. И очень хорошее состояние. Ну, очень напоминает серебро. Ну, прям очень. Но не знаю, не уверен. Ладно. Ходили. Ничего. Ну, в смысле, первый царик этот пробитый. И даже горелый. Павлушка. Татары протрявили ее. Хулиганы. Сегодня не совсем удачная копалочка. Вот с такой глубины зацепил вот такую вот горелую монетку. Кто это? Вообще непонятно. Пока что представляет из собой сплошной блинчик. Ну ладно. Вот так вот, граждане-копатели. Тик. Неудачная копалка в эфире. Самая экзотическая находка. Серебряная сережка. Шарик. Вот такая вот. Татары, ёпта. Ага. Носили здесь. Туда-сюда. Обронили, видать.